Ну что ж, и снова всем привет, с вами Техномакс, это Darksiders 2 Definitive Edition, мы продолжаем. И следующее задание, нужно поговорить с Хранителем. Но это вроде бы не с ним. О, здорово. Так, ну эти все тут творят всякую... Ага, фигню. Молодец я, блин, даже не посмотрел, куда прыгаю. В прошлый раз мы активировали хранителя ключом. Это здоровый, здоровый такой придурок каменный. Поросший зеленью. Вот он, кстати. Тут вроде бы ничего нету, я не хочу ничего пропустить. Да, виды однако. Ну здорово, хранитель. Значит, время пришло. Да, время пришло продолжить запись. Хранители. Что стало с другими хранителями? Во сне я ощущал много своих собратьев, но только один зовет до сих пор. Оран, древнейший хранитель. Его песня преследует меня, хотя камень его утрачен. Это называется ночные кошмары. Лечится у психолога. Плавильня. Расскажи мне о плавильне. Это священное место, где камень наделяют душой. Отсюда оно не кажется таким священным. Тьма мало что пощадила в нашем мире. Но плавильня — волшебное место. В ней сила, и с твоей помощью мы снова сможем ей завладеть. Опасно, как для камня, так и плоти. Нет ничего постыдного, чтобы вернуться назад. Это также не имеет смысла. Ты слышал, что сказал Хранитель? Идти одному опасно. Тебе понадобится моя помощь. Да. Теперь Карн с нами напарник. Ну, пойдем. Не место для лошади. Да, огромный мост, блять, у которого четырехполосное движение практически, и для лошади места нет. А вот для него есть, для этого шкафа. Логика зашкаливает. Но тут как будто нету ни сундуков же, ничего. Стоять. Я, конечно, не очень, может быть, хорошо вижу местами в играх, но, блин, еще не ослеп. Во. Может, с той стороны тоже есть? Нет, с той стороны нет. Ну, пойдем, заходим. Пробудите стражу. А, я помню, да, по вот этим котлам тут скакать сейчас придется. Куда ты, блин? Залезай. Так, чего там выпало? Зеленые косы, здоровье за убийство.
Блин, ну это за убийство здоровья. Лучше вампиризм. Так, это чего? Защита, сопротивляемость. Херня. Тут, к сожалению, нету никакого банка, чтобы шмотки можно было ненужные просто отложить или сложить куда-то. С другой стороны, здесь инвентарь бесконечный. Да, мало точек, однако. А, мне аж туда. Стоять, а здесь сломано, да? Так, тут нигде ходов нету, а то мало ли, блин, пропущу чего-нибудь. Стоять. Есть тут ход. Закрытый. Он, по-моему, с той стороны открывается. Это тоже закрыто, это врата главная. Хорошо, одержу тебя. А, он сейчас нас четко подсадит, давай. Вот вам и сопляк. Одной рукой смерть кидает. Ну. Где-то здесь был босс, по-моему, вот этот долбанный. Стоп. Отцепляйся. Да, нужно цепляться на котлы сейчас и прыгать на ту сторону. Бля, куда? Я не сюда тебя прыгал. Ой, а я живой еще, да? Был. Вот смерть умеет летать, по сути. Но она не может перелететь через лаву. Что ему мешает, блин, принять форму и перелететь? Так, нам сюда. А потом сюда. О, здрасте. Блин, да ты чё, охренел? Вот, там сундук еще есть. Я не могу. А я могу. Нормально все. Так, какой-то сохранится, какой-то молоток там выпал. Что он давал? А, лютый молот, урон медленный. Ну да, урон у него очень хороший, но он медленный. 274 аж. Лютая секира, лютый молот. Но здесь в эмпиризме есть 10% плюс расщепление. Пожалуй, оставлю вот этот. Топор. Ну не без этого, блин. Нам тут явно не очень рады. Открывай! А хотя, я думал, будет месиво опять. Нифига не помню уже. Открывай, а может я не хочу? Кстати, вот оно место с сундуком, если не ошибаюсь. Э,
Стой. Слезь. Так, надо открыть ему, чтобы потом можно было, если что, вернуться. По-быстрому. Стой там! Я займусь дверью! Да я стою. Я готов. Ну да. Он, блин, очень сильный, этот чувак. Ну пошли. Ух, тяжелая штука. Да ты угораешь, блин. Меня бы вообще размазало нафиг. Хорошо, что смерть, блин, не умираю. О, колосс. Это страж, всадник. Если ты собрался найти древо, нам придется пробудить его. И что потом? Страж сделает то, ради чего был создан. Уничтожит порчу, не пускающую нас к древу. Он выглядит вполне готовым. Почему он стоит его без дела? Его тело готово, да. Но стоя на месте, он остается лишь мертвым камнем. Чтобы вдохнуть в камень жизнь, мы должны передать ему суть сердца творцов. Для такого большого троих... И как это сделать? Эти сердца камня были завершены, как и страж, но так и не были поставлены на место. Все они в храме. Нам нужно только найти их. Тогда пойдем, да. Ну, вдвоем-то, конечно, легко. Камни стражей. Где-то они там были. А, кстати, этот ход куда? Да я ничего не вижу, блин. Он такой широкий, что... Это что вообще было? Это была твоя широкая задница, которая перекрыла проход. Здесь нужно будет проходить и прочищать этим стражем, этим каменным, который... Конструкт. Здесь тоже есть что-то. Это невозможно. А, банка. Ну ладно, пусть лежит. Здесь нужна бомба. Так. Закрыто. И тут, по-моему... Вспомнил, да. Туда нужно впендюрить шарик. Сюда? Налетай! А, ну да, конечно, блин. Такие моменты неочевидные, сука. Хорошо, что у меня прохождение есть записано. Как раз для таких моментов, чтобы хоть смотреть, где чего и как. Я в него заглядываю только вот в таких экстренных случаях. Я не могу. Это невозможно. О. Вода. Конструкт. Это выход куда? Так, тут шар. Можно на ту сторону перебраться. Давайте переберемся.
А здесь что на поверхности? А тут ничего нет. Да он что не проплывает-то, блин? Ладно. Я думал, там можно через эту фигню проплыть, а это, видимо, баг был. Стой там! Я займусь дверью! Ага, занимайся. Да пускай, падай! Да, пускай. Тебя не жалко. Так, а это делается вот так. Не понял сейчас. Вообще-то оно не должно ли туда вбиваться случайно? Так, что-то я не понял. Стой. Так, значит, надо как-то так, чтобы оно там остановилось. Да нет, надо было попасть. Хорошо, конструкт в нашем распоряжении. А он может меня, интересно, туда еще раз забросить, хотя я не знаю, я там вроде ничего не пропустил. Сюда! Ну, я на всякий случай проверю. Ну да, здесь был конструкт, он всплыл. Да, наверное, все-таки ничего не пропустил. Да, блин. Надо еще раз дверь открывать. Вот тут я думал, можно проплыть, а это, короче, ну, просто так. Дыра в графонии. Да, открою я, а ты поддержишь. Я готов. Так, спасибо. Все, идем дальше. Чего вы там убьете? Орим, было больно. Это все, что ты можешь. Держи со мной, я разберусь. Я разорву тебя на много маленьких камень. Вот и все. Выход открыт. Но. Можно сделать вот так. Сейчас посмотрим, что там выпало. Выпало там, ой, бля, сколько всего. А, херня, херня, крит урон магия. А, херня нападала. Перчатки, перчатки. Тут крит урон сила. Крит урон магия, магия сопротивляемость. Крит урон магия, находимое золото. Не, не то. У меня заточка идет вначале на ближний бой, потом магия уже. Все, поехали ломать.
Вообще, как мне кажется, с его размерами, силой и дурью я мог бы и на нем ездить. Не только на конструкте. Проблема лишь в том, что он, наверное, поршень не может разрушать. А так, разницы никакой. Нужен ключ. И кроме того... Я хотел попасть сюда. А, это выход, блин. Я не хотел сюда попадать. Все, я понял, это обход. Там выше была просто дыра в стене очередная. Не обращайте внимания. Так, теперь надо сюда. Там есть приемный порт. Если я попробую, то сломаю шею. Правильно, не надо. Лучше я попробую. Стой. Не сюда. Вот. Теперь можно... Можно бежать дальше. А, ну опять же, тут нужна рука. Без руки хрен там, ничего не получится. Проблема. Блять, проблема. Я забыл про то, что здесь пчелы постоянно льют мед. Но только если бы это был мед, то ж, блять, лава кипящая. Готово. Такие наивные, думают, что смогут остановить. Запарили, блин. Куда опять-то? Я не могу. Босс. Ну ладно, мгновенный удар. Площадь. Все, тут разобрались. Что там нападало? Кстати говоря, нападало белый наплечник. Доспехи опустошителя, крит урон +15. Хорошая штука.
Но тут опыт плюс 4%. Я все-таки предпочту побыстрее качаться. Защита. Медальон. Пробивающий урон плюс магия. Сила плюс магия и сопротивляемость. А я вот это вот надел, наверное, лучше. С пробивающим уроном. Ключ. Наконец-то. Как они эти двери, блин, открыли, закрыли, если они ключ спрятали, куда дойти нужно? Как они потом сами отсюда выходили, хрен пойми. Так. Все, уезжаем. Зашибу. После тебя. Да, еще бы. Там закрыто. Ну тут вроде бы пока что не нужен конструкт. Сидит, сторожит. Или тут нужен был конструкт, стоп. А он пройдет сюда, вопрос, или нет? Успеет ли он проехать в эти двери и вообще проедет ли он в них? Он сюда, по-моему, не пройдет, низковат для него выход. Он сюда не пройдет. Я себе морду разобью, если попытаюсь на нем заехать. Ну ладно, это по-другому, значит. А, что я туплю? А, или нет, подожди. Карн, бля, отойди, Карн. Не, оно... Стоп. Нет, оно не достает сюда. А мысль была хорошая. Приходилось кидать камни куда тяжелее тебя. Так я и не камень. Ну кидай. Хорошо приземлился. Ага. Вообще легко. Это все прикольно. Там внизу, по-моему, вода. И что-то еще. Карта. Ну, карта картой. Понятно. Выглядит так, как будто можно туда попасть. Уже все? Ага, уже все. А попасть туда нельзя. Это, скорее всего, нужно опять затапливать. Интересное кино. А как же туда залезть-то? Туда как-то залезть можно. Блин, ну не с колонны же отпрыгивать, в самом деле, он с ней не цепляется в нее. Вообще никак не достает. Ну и ладно. Запечатанное сердце творцов, что ли?
Ну, давай, вставь ему в рот. Рука, точно. Появилась призрачная рука. Смертельная хватка. Достижение касания призрака. Да, только почему-то нарисовано это. Как его? Лезвие на цепи, как у Скорпиона. Из Mortal Kombat. Смертельная хватка позволяет смерти вцепляться в определенные цели с большого расстояния. Так он может подтянуть небольшие предметы к себе, либо сам подтянуться к крупным предметам. Да. И она работает в прыжке. Вот. Вот теперь. Угу. Подтянуться к кольцам или стойкам. А он сюда не зацепится ли случайно? Нет? Стоп, а с прицела? Эй. Оказалось бы, да, вот возьми и зацепись. Это же все равно рука, которая цепляется. На эту фигню все он наводится сам. А, понял, это с той стороны делается. Все, увидел. Карта здесь тоже такая дурная, тут все не отображается. О. Это невозможно. Что там? Выпало. Выпал нагрудник еще один. Опыт плюс 5%. Еще лучше. Прокачка будет еще быстрее. Но очков умений нету. Кстати, вот эта рука, она врагов тоже должна притягивать. Или притягиваться к ним. Что еще больше расширяет тактический арсенал в бою. Теперь... Да стой-то. А, так вот это кто шумел, блин. Я думаю, что за звуки, мне кажется, или что? Я открою. Заходи. Уже все? Ага. Справился без тебя. Так, теперь... Стопать. Сюда. Где этот придурок, блин? Карн. Где ты там завис? Иди сюда. О, отвис. Ох уж эти NPC. Застревающие, тупящие. Теперь нужно как бы вот сюда. Либо это нужно открыть с той стороны. Так, а где это было? За мной! Ворона с Дурила тоже показывают всякую хрень. Есть рука. А, блин, где же ей там надо было что-то сделать? За мной! Туда. Опять. Не, карты здесь пиздец путаны. Шарик выпал. Эх, не проходит. А, все-таки здесь он должен меня подбросить, что ли? А, во, все, точно. Я только разозлился. Ха-ха.
Кажется, они напрашиваются на драку. Да уже напросились. Все, я вспомнил, как это делается. Раз, два. Вот. Тут два рычага. Один. И сейчас пойдем на второй. Да, я понял. Так. Во, есть. Зацепился. Теперь вниз. Второй рычаг. Готово. Лифт. Погнали. Камера неустойчивая такая, приходится ее постоянно поправлять. Иначе она сама делает вот так. Вверх начинает смотреть. Блин, тут, наверное, жарко, как в аду. Кстати, вот он. Камень. Один из. Одна душа. А, сердце камня. Внутри находится душа великого Творца. Достань его, а я понесу. Запрыгивай, всадник. Побежали. Стоп. Там, да. Тихо. Да блин, а как туда? А, я понял. Иди сюда, всадник. Да подожди, подожди. Туда нужно попадать вот отсюда, а тут пока что перекрыто, и тогда можно будет отсюда попасть наверх. Ну, приходилось кидать камни куда тяжелее тебя. Да, да. Нужно отсюда, чтобы не под углом цепляться, а сбоку. То есть спереди, точнее, блядь, что я говорю. Бля. Хорошо разогрелись. Давай. Здесь сюда. Сюда! Кидай в меня этот свой крюк! Опа! Многоходовочка такая. А, и обратно все запечаталось, а можно как-то распечатать, блин. Ох, блин, как далеко бежать-то. Я уже на лету все делаю, уже все, блин. А, тут сейчас будут вылезать всякие утырки, да? Что-то
что-то я припоминаю вот этот прикол. Тут есть где-то сундук наверху, да? Какой наверху? Вот он внизу, блин. Нифига не видно было. Все, теперь вокруг туда. А, там Карн. Карн стоит, Карн как бы, блин. Сопляк, короче. Я теперь понял, почему его сопляком называют. Потому что тупо не могут запомнить, Карн его звать или Керн. Там вроде бы в ту сторону никуда не надо было. Какой заботливый. Давай вернемся с ним к стражу. Давай. Было бы еще неплохо, если бы он меня сюда бы еще раз перекинул. Может перекинет. Бля. Ну это звездец. Ладно, пошли к стражу. Нужно их мочить, чтобы лифт смог подняться дальше. Он их прямо камнем херачит, короче. Кошмар. Лифт очень медленно поднимался из завеса. Старый камень просыпается. Ну правильно, потому что он резонирует с душой Творца, видимо. Поэтому и просыпается. Кажется, мы еще не закончили.
О. Итого, таких камней нужно 3. Один притащили. Да, блин. Ну, короче, тут дальше бегайте, бегайте. Если что, продолжим в следующий раз. Уже 50 серий длинная получилась. Все, с вами был Техномакс, это был Darksiders 2 Definitive Edition. И всем до новых встреч. Пока.